Привет, зритель. У меня минут 20 есть на флешке. Как ты понимаешь, я сейчас это буду есть. У меня не случилось ужина, я уже недели 3 собираюсь сделать себе салатик с морковкой, с чесночком, со сметанкой либо маслицем, но вот зашла, шла пешим до Вайлдберриса Озон, пришла обратно тоже пешим, и иду мимо магазина, думаю, как-то заходила, там была хурма. Думаю, надо зайти, если есть хурма, куплю. И вот сейчас я с тобой поем хурмы. У меня тут еще будет кексик, чай, возможно, безешки. Есть какое-то японское блюдо, где вот едят одну хурму, причем перезрелую. Она вот, ну не сказать, чтобы супер перезрелая, но сверху она мягкая. К нам пришла кошка. У меня тут баррикада на окне. Мур-мур. Ну прыгай сюда. Ты вообще-то съела приличную тарелку картохи. Не, суп на камеру я тоже как-нибудь поем. Просто это совершенно такой спонтанный мукбанг. Так и хочется сказать, чем я не сыроед. Наверное, надо было все же порезать. Сок копит. Я, наверное, как поросеночек. Причем курма вообще не помню. Но где-то был чек. Вот или она 200 с чем-то, или около 300. Курмы было штук 7. А может 6. Да, 6. Там еще на сушилке пир. Вместе с пироженкой и безешкой у меня все вышло на 468 рублей. А на чай у меня будет синий чай с молоком. Хочется спросить саму себя, Лёля, неужели ты думала, что ты слопаешь 4 хурмы? Хоть и была голодная. Я сейчас детал прервусь, кошка. Мне бы встать. Немного поманяло качество сливки. Короче, сейчас я чаёчку попью. Я короткий мукбанг будет. Хотя не знаю. Там у меня баррикада чашек, в одной чашке смола пыра, ее уже поздно пить. В одной чашке я просто как-то очень, кошка, извини, я ногой задела ее под столом. Я как-то очень сильно концентрированный синий чай сделала. Там еще заварочный чайник пустой. Ну давай, прыгай сюда. Я поняла, кошке прыгнуть сейчас некуда у нее. У меня на одной табуретке медленноварка стоит пустая, а на другой табуретке контейнер со всяким добром от
маслопресса, который я когда-нибудь смонтирую. Да, туда не надо, иди вот сюда лучше. Иди сюда, говорю. Ну ты глупая, что ли, ёпарса ты, кошка. Ариска, я увидела этот кексик, ну, тут мармеладик, по ходу дела черносливик и куражинка. Но я только сейчас поняла, что это черносливик. Так-то я увидела тут куражинку и решила купить этот кексик. Он как бы на развес был. Вот он. Ну иди сюда, Алиса. Ну не надо. Блин, нет. Вот ну нормально-то, не судьба была. Стол теперь шатается. Хоть и стоит вроде на этой штучке, опять съехал. Ничего хоть не задело. Не, на мое счастье все на месте. Короче говоря, столик пододвинула. У меня ножка стоит на картонке. Кошка у меня, короче, простых путей не ищет. Вот. Надо на колени, она вот так пойдет. Сегодня у нас суббота. Раньше у них пироженки, это мясной ряд, возились по вторникам и четвергам. Иногда по пятницам. Не знаю, когда это привезено. Угу. Там беленькая какой-то типа кремик. Похож на крем для рук, который я тут на днях я купила. Ну, у меня мало кремов-то для рук, а тот был просто с козьим молоком. И я не мог пройти мимо. 60 мл, 211 рублей. Форма прикольная, он у меня где-то тут. Он, правда, омолаживающий, но он такой жирненький, как раз на зиму. Ой, я забыла, у меня тут треть граната еще есть, ну, который фрукт. В общем, кексик-обманчик. Тут пару сантиметров только вкусняшки, а остальное просто булочка. Но зато черносливенка и пуроженка. Кстати, я что-то тут со спреем пошла для волос. Поняла, что мне как-то грустно без спрея 15 в одном. И заказала, по-моему, 20 в одном. И еще какой-то такой. Но они еще не пришли с Вайлдберрис. Зато пришло кое-что другое. А еще я что-то линяю. Ну как, я последние месяца два линяю. То линяю, то не линяю, то сильно линяю, то слабо линяю. Мне, конечно, есть шампунь для волос, но он просто шампунь. А я вот сегодня забирала сезон Вайлдберрис. Хотела паре купить, но пока глазками хлопала, нас он раскупили. Но нашла на Вайлдберрис. Короче, сыворотка спрей и шампунь с перцем. Для роста волос.
для роста волос и от выпадения. У меня когда-то давно была маска «Русская пуля» с перцем. Фикси покупала, хрен знает, лет 10 назад. Но я что-то давно уже такую маску не видела нигде. Ну и ты что-то уснуть не могла, лазала по Озон. Искала одно, увидела другое. И не смогла пройти мимо. Все вместе вышло мне где-то на 1100 с чем-то там. Там флакончик то ли 280 грамм, то ли 300. Ну, какой-то такой обычный стандартный флакончик того и другого. Фирма «Два доктора» или как-то так. По-моему, она русская. Я еще ВКонтакте глянула. У них какая-то группа ВКонтакте есть. Полтора землекопа. Но вроде я даже подписалась на нее. Ну, что вот бы почитала. Ну, как бы хорошая вещь. Ну и потом перец, он по-любому как бы активизирует движение в луковицу. Блин, я пока говорила, слопала почти все. Господи, на тебя накапала. А слава этому самому какому-нибудь богу, еще есть время. А то у меня что-то булькнуло, думаю, блин, неужели у меня там это... Я договорила, и у меня уже ничего там нету на флэке. Накрошилось на меня дофигища. Правда, планшет, который я управляю, немного, ну, не очень заряженный был. Я как-то вовремя не глянула на него. Просто у меня что-то где-то пикнуло. Вот не знаю, что это пикнуло. Ложка из голубого чая, иди в другой голубой чай. Может, телефон пикнул. Блин, у меня тут сыворотка. Я сначала хотела сделать из нее смузи, а потом это самое. Решила попарить в ней копыта заднее. Хотя у меня вообще вчера прикол был. О, сейчас будут жуткие прикиды. Я иду, мне навстречу ближний родственник с друзьями. И что-то, ну я с тобой стоять не буду. Я говорю, да, говорю, это у меня передние руки замерзли. Думаю, блин, как передние руки? У меня же только одни руки. Задние-то это уже ноги. Наверное, вам не говорила какое-то чертово подсознание. Тут, короче, какой-то безе, и состав у него был нормальный. На коробочке написано. А кексики, они стояли отдельно. И состав я не знаю. Ну, пока я вроде не чешусь, может, и кексики нормальные были. Но безе большое, есть его не очень удобно. Тут, короче, орешки. Видите, как арахис. В общем, тут сахар, яйца и орех. Ну, белок, сахар и орех. А внутри он полый. Мне кажется, я уже как-то покупала какой-то безе с орехами. Можно, конечно, самой сделать. Но что-то я сегодня решила потратиться немного. Почти 500 рублей. Я вообще сначала думала сегодня в стриме пожрать, а потом думаю, блин, геморриться с этим стримом. Если телефона стримить, наверное, с планшета комменты читать, думаю, да ну нахрен. Просто на камеру поем.
А еще я себе пару помадок прикупила. И бальзамчик для губ, потому что и крошетки заканчиваются. Один у меня от Лёлечки есть, он в сумочке у меня, ну, в рюкзаке таскается. А тот, чтобы дома был. Вообще, я тут записывала в виде шорт патчи, которые мне Катя прислала. Ну, с ее выигрыша перед Новым годом. Но что-то они пока не склеились. Те патчи, которые на верхнее и нижнее веко. Я их уже юзала. Но они какие-то настолько тоненькие, как ватные диски. Я только потом уже поняла, что у меня на одном глазу лежало два патча, а на другом один. Что-то вдруг вспомнилось. Кто-нибудь из вас читал, смотрел в санатории под клипсидрой? Я только фамилию автора не помню. Мы с Федей, по-моему, на культурологии этот проходили. На каком-то там предмете культура около культуры. Я-то ее читала. Знаю, что фильм есть, но что-то на фильм у меня так и не хватило меня. Некогда было. Я потом забыла. Просто я сегодня была в одном помещении, где хоть и холодно, но проветриваться-то немножко надо. И зашла, и там такой затхлый, спёртый воздух был. И пробыла-то минут пять. Еле выжила. Но я вежливо не стала ничего говорить. Думаю, ну если человеку нормально, то ладно. Хватит жрать. Что там у меня? Ну, у меня еще 8 минут есть. Надо как-то уже смонтировать обзор на планшет. Мы же с ним чуть больше полугода уже вместе. Эти елки чертовы. Ну, короче, тут много всего запито, что надо смонтировать. Флешка-то на 100 с чем-то гигов, а место с пухи нос. Кстати, зрители, если вам религия не запрещает поставить VPN, либо вы можете без VPN, зайдите в инсту, подпишитесь на Лёльку, поставьте лайки последним постам, рилсам и так далее. Мне будет приятно. А такая печаль вселенская, я решила в этом году забить на телегу. Пишу туда только вот, ну, как бы, вот как помойка для меня она. Ну, в смысле, вот информационная, там пишу, вот, мне вообще пофиг, как она выглядит. И там всякая какая-то реакция идет. А в инсту пишешь какой-нибудь пост полезный, информативный, с красивой фоточкой, и хрен. Здесь те постики, где даже лайка нету. Знаете, как обидно. Печально. Ох. Я ведь недавно для себя открыла. Я помню, ну, вот этот синий чай с молоком. Помню, как-то попробовала, думаю, ну и гадость. А тут что-то зашел. Правда, молоко у меня уже не козье, а обычное покупное коровье. Из козьего у меня только простокваши немного осталось. И нифига творога. Ну и сыворотка еще. Так, зритель. Я поел, надеюсь, ты тоже поел. Если хочешь поддержать канал, где-то будет облако, поддержи меня. Я скажу тебе спасибо.
Ты мотивируешь меня еще раз пожрать на камеру или там записать СМР. Ну, это как бы... Что тебе еще сказать? Хорошего вечера, ночи, дня и так далее. Ну и пока!